Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Уже 13 человек изъявили желание баллотироваться в Государственную Думу России. В Госсовет Чувашии выдвинулись 280 человек. 150 кандидатов по единому избирательному округу и 58 по одномандатным округам. Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла документы от кандидата в депутаты Государственной Думы по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38 Леонида Черкесова. Глава города Леонид Черкесов представил Центральную избирательную комиссию Чувашии все необходимые документы. Он выдвинут в депутаты партии «Единая Россия» по итогам прошедшего в мае предварительного голосования. Единственная партия, которая проводила праймерис, это «Единая Россия». Конечно же, проведение праймериса необходимо. Это, во-первых, общение с жителями нашей республики. Это и вот такое тесное общение, это и увидеть, как же относятся именно к тому кандидату, за которого они будут голосовать, наказы, которые давали. Сейчас наша задача, те наказы, которые мы получили в ходе праймерис, чтобы мы их исполняли. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Чувашии Александра Цветкова, предвыборная кампания проходит активно. Зарегистрировано достаточно кандидатов, но в ближайшее время здесь ждут еще документы. Именно на этой неделе будет пик активности, то есть придут подавать документы основные игроки на электоральном поле, это парламентские партии. На сегодняшний день уже 15 кандидатов подали свои документы, и ожидается еще вот на этой неделе, мы ждем, что подадут документы кандидаты от «Единой России», от «Справедливой России», также будет участвовать в выборах партии «Яблоко». Я думаю, что всего по каждому из избирательных округов будет порядка 10-12 выдвинутых кандидатов.